Я действительно подтверждаю, что исковое заявление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в наш арбитражный суд по поводу судьбы акций БСК поступило. В этой связи я хочу сказать, что мы по поручению президента действительно очень активно расследовали и изучали этот вопрос. И на основе наших доводов мы сегодня отправили в арбитражный суд республики наше исковое заявление в качестве третьего лица, заявляющее самостоятельные исковые требования. Суть наших требований, она очень простая. Мы о них уже заявили, собственно, когда обращались и в прокуратуру. Суть такова, что мы считаем, что сделка по размытию акций СОДы и потери управления республикой, совершенные в 2007-2013 годах, является незаконной и несправедливой. Поэтому мы требуем возврата акций собственности республики Башкортостан. Второе, мы считаем, что в результате действий группы лиц, совершенных мошенническим образом, нанесен ущерб нашей республике в довольно серьезную сумму, в 34 миллиарда рублей, мы требуем ее возмещения. Что касается суждения о том, что СОДА принадлежит СОДА, мы считаем, что СОДА принадлежала всегда республиканской собственности. Если брать начало 90-х годов, 92-й, 93-й, 94-й года, она являлась собственностью нашей республики, и на это у нас есть соответствующие документы. Более того, я хочу сказать, что в развитии этой ситуации мы отправили уже заявление за моей уже подписью в адрес председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина заявление о совершении преступления группы лиц при, соответственно, при неправомерных действиях должностных лиц региональной государственной власти. Суть та же, мы считаем, что уведен пакет, размыт пакет и, соответственно, нанесен ущерб нашей республике.